Привет, Дэвид. Как дела? Человек-паук. Груз при мне, и я на пути в посольство, но, кажется, меня преследуют. И где ты? Я не уверен. Я... Дэвид? Дэвид! Держись! Я скоро буду! Люди Кувалды знали, что Дэвид будет один и без защиты. Я должен был догадаться. Держись там, Дэвид. Он в беде. Надо спешить. Привет, Дэвид. Похоже, тебе бы не помешала помощь.
как ты? Нормально. Спасибо, броне Соболя. Так, что дальше? Доставлю груз в посольство Симкарии. Благодаря тебе люди в беде наконец-то получат помощь. Я рад, что так вышло. Но я имел в виду, что дальше для тебя. Ну, пару минут назад мне позвонили из школы в Мидтауне. И предложили визу, если я соглашусь на работу. Полагаю, ты не имеешь к этому никакого отношения? С хорошими людьми случается хорошее. Спасибо тебе за все. Я буду стараться помочь ученикам исполнить свою мечту, как ты помог мне исполнить мою. На самом деле, это я должен тебя благодарить. За что? Ты напомнил мне, за что я люблю этот город. Мне кажется, или в мире стало как-то светлее? Я хочу просто немного насладиться этим приятным ощущением, пока опять не случилось что-нибудь плохое. Готов поспорить, ученики будут просто обожать Дэвида. Вот и все. Наконец, свершилось. У меня есть улика. Годами я просил своих слушателей прислать доказательства того, что Человек-паук напрямую связан с преступниками, что отравляют жизнь нашему городу. И, наконец, наконец-то один аноним сумел предоставить нужное. У нас есть четкие снимки Человека-паука, стоящего рядом с ящиками с гуманитарной помощью. Помощью, адресованной Симкарии. Наш анонимный герой уведомил меня, что эти самые ящики с помощью уже продаются на черном рынке. Если я чему и научился за свою блестящую карьеру, так это одному. Снимки не врут. Человек-паук попался с поличным. И это не каламбур про личное. Так что же мы должны делать? Ждать, когда полиция наконец начнется и арестует психопата в маске. Тогда, наконец, этот город увидит, что Джемисон был прав по поводу паука с самого первого дня. Он не просто вор. Он крадет жизни на важные пищи и лекарства у невинных людей, оказавшихся посреди ужасов войны. Женщины и дети, борющиеся за жизнь, прячущиеся от пули снарядов каждый день. А Человек-паук ворует ту самую помощь, что может спасти их жизнь. Это просто дно. Даже я не мог представить, кто способен на такую службу. А пока мы всем городом можем тихо задуматься над тем, насколько... Чудила! Стоять! Брось! Нас смотрит весь мир! То, что люди смотрят твой стрим, не значит, что ты им нравишься! А, ну ты зануда! Подколки должны быть стёбными, окей? Кто хочет... Фотобомбы? О, я хочу! Хватит! Да ни за что! Ты погляди, какой у нас всплеск зрителей! Мы обязаны продолжать! О, о!
наши дни дроны есть у всех. Можно вычеркнуть. На, лови! Подписчикам на тебя плевать! Зачем ты стараешься для них? Я ролевая модель! Я несу ответственность перед зрителями! Да ни разу! У тебя сейчас только одна ответственность! Остановиться и признать, что ты совершила кучу ошибок! Чего? Я подарила этому миру величайшее шоу, которое он когда-либо видел! Где тут ошибка? Пострадало много людей! Слушай, ты уж извини, ЧП, но пострадали они из-за тебя! Просто снимаю! Похоже, пытаться что-то тебе объяснить бесполезно! Ты просто завидуешь тому, что я популярнее тебя! Я не завидую! Я зол на себя, что позволил тебе так много! Собрался. Наконец-то. Пора приблизиться и закончить дело. Ты поймал меня только потому, что я сама так хотела! Посмотри, сколько у меня новых фанатов! Yes! Вы ведь знаете, кто я такая. Конечно, знаете. Я начну лайвстрим по пути в участок. И отписаться. Постам. Конвой Соболя не прибыл в нужную точку. Происшествие у церкви Троицы. Похоже, что традиционные СМИ еще не вымерли. Не то, что в этом сомневались, они привыкли регулярно получать высококлассную информацию. Я, конечно, говорю о Чудиле и ее банде сетевых отморозков, которых наконец-то вышвырнули из эфира, интернета. Да неважно. Главное, что мы снова сможем жить спокойно, зная, что нам не нужно больше бояться услышать мерзкий голос так называемого интернет-персонажа, несущего идиотскую ахинею из интернета. Из интернета. Да без разницы. Как тебе такой мем, Чудила? Прощай! А? Что значит, это не мем?
Я сказал мем, значит теперь мем. Хорошо охраняешь, но есть замечание. Ты не подумал, куда лезешь? Корея явно не лучшая, если Аскорб посылает туда свое добро. Надеюсь, оно поможет. Рио! Молодчина, паук! Вход в логово должен быть где-то неподалеку. Всем постам. Преследуются подозреваемые в краже снаряжения Соболя. Всем машинам прибыть в финансовый квартал. Ну и запах тут. Надеюсь, Соболь еще не успела нанюхаться этих паров. И если я смогу не намокнуть в процессе, то будет супер. Привет! Что такое? Эй! Ого, вы только посмотрите. Сколько ж работы нужно, чтобы этот город не развалился. Круто. Никогда не взгляну на чистую воду, как раньше. Пожалуй, поплыву по течению. Так, посмотрим, куда она ведет. Кажется, там кирпичи шатаются. Отлично. Ну, вперед. Люди Кувалды. Они обосновались на заброшенной станции метро. Надо разобраться с ними, а потом поискать Соболь. Подвешиваю вас на паутине, внизу остается пара следов. А еще боссу не понравится, если потеря! Эй! Стой!
маленький. Наверное, но из пространства. Просто у нас место уже кончается. Патрули! Что смешно? Ну мы же типа злодеи. Не, это же как посмотреть. Для моих детей я герой. Ну, наверное. Я там могу. Выключаем. В ломбарде молчит. Проверьте кто-нибудь. А вы так ничего и не поняли. Там... Оп, ниндзя бы из меня не вышел. Так, вроде это все. Так, если я пойду вдоль кабелей, то наверняка найду, где они держат Соболь. Надо пойти вдоль кабелей. Кажется, они как-то присосались к электросети метро. Надеюсь, что этот вагон не держит всю станцию. Есть. А теперь пойду по желтому проводу. Надеюсь, там не будет львов, тигров или медведей. О. Черт, туннель загорожен. Но я, наверное, смогу протиснуться. Для тел? Да уж, что-то не весело. И как и остальные? Кто это? Я не помню, как звали, вроде бы Кузанцева. Хреново было? Не, просто выпал оттуда весь синий, видно задохнулся там или вроде того. А ты подключил воздуховод, как я тебе сказал? Да, конечно. Но мне кажется... Боссу не понравилось, что ты так покажешь. Тогда забудь, Розовый, а я забуду сидеть на рабочем месте. Это о чем? Я кофе пил. Что-то это не пап. Надо же вы тут закончить и найти Соболь. Там что? Сладких снов. Похоже, что здесь находится центр их операций. Та стерва меня чуть не убила. А ты говорил, что я буду неуязвим. Я сказал, почти неуязвим. Как-никак, вы все еще человек. Тогда поработай над этим. Я не уверен, что понял вас. Все ты понял. Займись делом.
все принадлежит Соболю? Да, но большая часть на экспорт. Что вы думаете, босс? Я думаю о том, как она захватила весь город всего за несколько дней. Тогда во время заварушки с дыханием дьявола? Да, дико это было. Не так уж дико, когда есть инструменты. Но у нас есть эти штуки-копалки. Недостаточно. Если нам нужно лучшее, то нам нужна она. Ага, ясно. И как мы это сделаем? Продолжайте у нее воровать. Она сама придет. Ого! Если кувалда заполучит эту штуковину, нам не поздоровится. Ранцы Соболя. С удовольствием бы посмотрел, как парни кувалды пытаются полетать на них в первый раз. XRT-89. Подземная бронемашина пехоты. Вот как она называется? Пфф, уж лучше ковырятель. Проект Олимп. Этим платформам нужно много электричества. Поэтому-то они и тянут его из метро. Я же сказал, что я просто изготавливал эти штуки, не я их придумал. Значит, мы взяли не того парня. Зато теперь у нас есть первый подопытный субъект. Нет! Нет! Нет, не делайте этого! Прошу! Просто дайте мне время, я во всем разберусь! Вот так-то лучше, приятель. Кажется, она близко. Вот. Есть лишь один путь наружу. Высокое напряжение, источные воды. Что может пойти не так? Если я что и понял об этом притоне, то только то, что кувалде нужно меньше громил с пушками и больше инспекторов по охране труда. Ты пришел за мной. Зачем? Потому что ты мне нужна. Я одиночка. И я так раньше говорил. Я знаю, что происходит в Симкарии и почему это для тебя так важно. Ничего ты не знаешь. Тебе только кажется. Чем я могу заслужить твое доверие? Слушай, я думаю, что знаю, как одолеть его, но один не справлюсь. Черт, она на свободе! Ну, план такой. Я... Отлично. Thank you.
что хотя бы раз из-за меня! Заткнись и дери! Ну вот над манерами тебе бы поработать! Это было круто! Дай пять! Ты можешь победить кувалду, так? Эй, я же сказал, дай пять! Здесь есть медицинские записи. В основном о пластине у него в голове. Черная сталь. Очень твердая, очень уязвима к... Нагрил! У меня идея. Клянусь исполнить все, что ты решишь мне поручить. Я позвоню. Ай! Но... Да! Думаю, надо заняться другими делами, пока жду звонка Соболь. Эй, а это что? Что это за желтая штука? Это типа уличное искусство такое?
Полицейский рапорт. Здесь кого-то убили во время ограбления, но ничего не украли. И еще магнитофон. Значит, у вас некий стресс в связи с работой. Вы пришли по адресу. Это моя специальность. Так мне сказали. Пожалуйста, расскажите подробнее о своих ощущениях. Ну, можно сказать, что я сам на себя давлю. Я хочу быть лучшим, и у меня очень требовательный босс. А что у вас за работа? Это ведь разговор только между нами, да? Конечно. Хорошо. Потому что если нет, то вы уже покойник. Здесь написано одна из девяти. Видимо, в городе есть и другие. Здесь еще есть список координат. Люблю охоту за сокровищами. Но что-то мне подсказывает, что сундуков с золотом по этим адресам не будет. Кажется, я почти на месте преступления. Визитная карточка нашего незнакомца. Припоминаю, это последнее известное местонахождение информатора из Маджи. Он исчез пару месяцев назад. Что-то мне становится не по себе. Давайте прекратим сеанс. Простите, док, не хотел вас пугать. Просто паранойя разыгрывается. Опять же, из-за работы. Хорошо. Расскажите мне побольше о вашей работе. Опишите обычный день. Обычный день? Ну, начинается все с утра, когда я проверяю телефон и узнаю, кого босс сегодня заказал. По-быстрому завтракаю. Я стараюсь придерживаться кетогенной диеты, знаете такую? Дела у меня иногда бывают грязные, так что приходится идти домой отмываться. После полудня я иногда хожу в зал, потом обедаю. Простите, мы можем немного вернуться? Что именно означает «заказать»? Босс приказывает мне убивать людей. И я неплохо справляюсь. Резюме у меня приличное. Кажется, это какой-то головорез Маджи. Кажется, это тоже часть целого. Думаю, хорошо бы найти остальные. Сообщаю, что все еще дома. Рад слышать. Как дела? Я просто слушал полицейское радио, и по всему городу творится всякое без перерыва. Подавляет, да? Как ты это делаешь? В смысле, ты же не можешь быть везде. Помни, как говорила тетя Мэй. Помогаешь одному, помогаешь всем. Да, но я так и не понял, что она имела в виду. Майлз, помнишь ту даму, которая не так давно пришла в пир с двумя детьми? Которую только что выселили? Да. И после того, как она нашла работу и готовилась переехать на новое место, она мне сказала, как только я получу первую зарплату, то отправлю в пир, сколько смогу. Значит, мы помогли ей, а она теперь помогает другим. Что-то вроде цепной реакции. Именно. Мэй была лучше всех, правда? Лучше всех. Я отправлю тебе адрес сразу, как только покончу с этим, так что будь готов. И принеси с собой те эжекторы. Наконец-то! Я люблю героев. Пока, паучок. Мы в опасности? На что ты смотришь? Тому, кто создает эти инсталляции, очень нравится желтый цвет. Привет. Да, Джонни. Лазер. Юри рассказывала мне, что здесь кто-то утонул. У нее это вызвало подозрение, потому что погибший был пловцом. Послушаем, что там на записи. Что вы думаете, док? Ну, чисто клинически вы социопат. Не чувствуете раскаяния за свои действия, так что стресса у вас нет. Я сомневаюсь, что с вашим самочувствием что-то не так. Так зачем вы в самом деле ко мне пришли? А вы умные, это хорошо. Ладно, тогда я перейду сразу к делу. Делайте то, что я говорю, и ваша семья будет жить. Ого. Сразу к делу, значит?
Хорошо. Я знаю, что вам тут нужно. И знал с первой секунды, когда вы вошли в эту дверь. А еще я знаю, что прежде чем я что-то сделаю для вас, вы сделаете кое-что для меня. Вот это поворот. Все эти места будто бы прикрытие для заказных убийств. И если тот парень с записи действительно головорез Маджи, то, скорее всего, он их всех и убил. Пожалуй, взгляну поближе. Сигнальные ленты, полицейское снаряжение. У того, кто это делает, должен быть доступ к таким вещам. Я готова. Встречаемся на базе. Я вот все хотел спросить. Откуда у тебя в городе база, о которой я не знаю? На что ты смотришь? Ага, поговорили. Здесь недавно сбили пешехода. Жертве предстояло дать показания против одного из людей Кувалды. Но виновного, конечно, так и не нашли. На последней записи психолог поменялся ролями с парнем из Маджи. Снова здравствуйте. Присаживайтесь. Так вы принесли... Вот. Надеюсь, это избавит вас от финансовых проблем. Ага. Вне всякого сомнения. Спасибо. Так, полагаю, вы тут потому, что среди моих клиентов есть офицеры полиции. Совершенно верно. Но нас с моим боссом интересует только один из них. И кто же именно? Капитан Юри Ватанабе. Юри? Как она с этим связана? Что-то мне не нравится развитие сюжета. Но придется слушать дальше. Я готова. Встречаемся на базе. Я вот все хотел спросить. Откуда у тебя в городе база, о которой я не знаю? Ага, поговорили. Почему она лично меня обрывает? Может, она не специально? Может, это просто какой-то обрыв связи? И она ждет, что я ей перезвоню. Ну, или у нее просто деньги на телефоне закончились. Она наверняка использует международный роуминг. А это недешево. А может, ей надо просто пистолеты почистить? Применим бритву Акама. Самое простое объяснение этому – она просто меня ненавидит. В логике нет ничего веселого. Это должно быть где-то рядом. Еще один рапорт. Снова рапорт и диктофон. Это я помню. Смерть от удара током. Жертва имела связи с Кувалдой. Юри пыталась, но так и не смогла доказать злой умысел. На последней записи речь о фиксации бесед Юри с психологом. Вот досье капитана Ватанабе. Это все, что есть? Да. А вы ее сеансы записывали? Нет, я ничего не записываю. Это неэтично и незаконно. Придется записать ее следующий сеанс. И у босса есть ряд вопросов, которые вы ей зададите. Это же не проблема? Нет, нет, не проблема. По-моему, мне нельзя это слушать. Но я не могу остановиться. Тот, кто все это оставил, был явно не согласен с выводами полиции. Thank you.
Надеюсь, что это для меня оставляют не без причины. Юри сказала, это сочли несчастным случаем. Пищевое отравление. Все рапорты датированы минувшим годом. Но в прошлом месяце Юри взяла эти дела под свой контроль. Так что же, Юри оставила все эти записи? Хорошо, Юри, продолжим. Вы все еще чувствуете фиксацию на этом подозреваемом? Да. Иногда я чувствую, что почти поймала его. А иногда, что я никогда его не поймаю. Делаете дыхательное упражнение? Пытаюсь. Но... Я знаю, кто он. Я знаю, где он. И знаю, что он натворил. Но ничего не могу сделать. Нужны доказательства, по которым выдадут ордер. Это вас раздражает? Просто слов нет. Видимо, Юрий считает, что парень на записи и есть тот, кто убил всех тех людей. И может, она права. Я уже рядом. И снова примечательный желтый. Диктофон должен быть где-то здесь. Полиция сочла это самоубийством, но Юри сомневалась, жертва входила в криминальную семью Кувалды. На последней записи Юри была не в себе. Просто слов нет. И все? Да, но мы еще поговорили немного о ее лекарствах, но... Когда следующий сеанс? А что? Какие у вас намерения? Я сделаю то, что мне прикажет мой босс. Черт. Они пытаются добраться до Юрца, до остальных адресов.
Кажется, я уже близко. Наверняка это все Юрий постаралась. Отсюда кто-то упал и разбился насмерть. Несчастный случай или нет? Дела попадаются все более свежие. Вот это было всего пару недель назад. Вы нервничаете. Но если бы шеф знал, что я работаю с вами под прикрытием, не могу потерять работу. Наверное, это мне нужно дыхательное упражнение. Надо же, как интересно. Не волнуйтесь, я ничего не расскажу. И вы отлично справляетесь. Выглядите как настоящий доктор. Ну, спасибо. Думаете, он знает, что у вас есть жучок? Если знает, он хорошо умеет врать. Он работает на Маджию. Конечно, он умеет врать. Вопрос в том, знает ли он, что врут ему. Думаю, завтра мы это выясним. Вы точно уверены? Если мы поймаем его за попытку убийства офицера полиции, он получит пожизненное. Юрий, что ты задумала? Нужно ее найти. Близко к последнему месту преступления. Здесь была Юри. Так, и где папка? Папка с делом и последняя запись. Приветствую. Вы готовы? Готовее некуда. На мне записывающее устройство, я еду в офис. Но сперва захвачу кофе. Ладно, как закончим, с меня выпивка. Жду не дождусь этого момента. Юрия отстранена, но все равно не сдается. Это достойно уважения. Будьте добры, большой стакан кофе. Привет, док. А с кем это вы сейчас говорили? О, я... Нет. Нет, и зачем я это слушал? Звонок с неизвестного номера. Алло? Привет, партнер. Юрий? Встретимся на углу Мэдисон и 23-й. Надо поговорить. Стой, стой, Юрий! Отключилась. После всего, что с ней случилось, Юрий, наверное, так страдает. Она ничего не делает без причины. Так зачем она устроила мне эту жуткую экскурсию? Наверное, она знает, где тут головорез. Я буду рад с ней увидеться. Может быть, даже помогу ей разобраться с происходящим.
Что? Юри, что ты наделала? Это головорез Маджи. Мертвый. И досье на всех его жертв. Он убил всех тех людей. Но разве это значит, что он сам заслуживал смерти? Юри. Я знаю, что ты скажешь, но сначала выслушай. Большую часть времени система работает. Но иногда она дает сбой, и для меня это неприемлемо. Некоторые верят в судьбу, в карму и так далее. Но я верю только в себя. Нельзя убивать людей, Юри! Как видишь, можно. И знаешь что? Это приятно. Ты должна во всем признаться. В чем? Я восстановила справедливость. Настоящую. И сделала наш мир чуточку лучше. Юри, ты мой друг. Не заставляй меня идти против тебя. Делай, что должен. И я буду поступать так же. Прощай, Человек-паук. Юри! Что же мне делать? Теперь все понятно. То, как Юри обошлась с кувалдой. Ей это долгое время не давало покоя. Она всегда сдерживала эмоции. Это должно на ней сказываться. Но она самый дотошный человек из всех, кого я знаю. Да, он был негодяем, но убить его — это чересчур.